Красивое тело должно быть не только подтянутым, но и гибким. В основе всех упражнений, развивающих гибкость, лежит удлинение мышц. Тренировки на растяжку и гибкость – одна из составляющих гармоничного развития тела и путь к молодости. К тому же растяжка ног поможет вам сесть на шпагат за короткое время. Готовы? Подпишитесь на наш канал, вы не пожалеете. А если ваш комментарий не наберет лайки, вы получите 1000 рублей, как предыдущий подписчик. Боковой выпад. Расставьте широко ноги, не сгибайте их. Теперь медленно опускайтесь. Уводите корпус вправо, сгибая правое колено. В то же время пальцы левой ноги смотрят вверх. Правая стопа плотно прижата к полу. Тяните вправо, растягивая мышцы. Смените ногу. Поза бабочки. Садитесь на пол. Разведите колени в стороны, соединив стопы. Почувствуйте, что мышцы растянулись. Положите руки на колени, тем самым осуществляя давление на них. Важно, чем ближе стопы к телу, тем лучше растянутся мышцы паховой области. После растяжки выпрямите ноги перед собой и медленно покрутите верхнюю часть тела, чтобы освободить от нагрузки мышцы спины. А вы когда-нибудь пробовали сесть на шпагат? Напишите в комментариях, как ваши успехи. Глубокие выпады вперед. Пожалуй, самое простое и удобное упражнение на растяжку. Встаньте прямо и широко шагните одной ногой вперед. После этого загните ее в колени под прямым углом, а вторую ногу оставьте прямой. Задерживайтесь в таком положении около минуты, по возможности стараясь садиться все ниже и ниже. Затем, оставаясь в этом положении, постарайтесь опустить корпус на локти. Постойте так еще несколько минут. Не забудьте поставить лайк, если хотите делать красивый шпагат. Чем больше лайков, тем глубже твой шпагат. Наклоны. Сядь на пол, держи спину ровно. Прямые ноги разведи в стороны настолько широко, насколько можешь. Вытяни руки вперед. Поочередно тянись к каждой ноге, чувствуя, как работает задняя поверхность бедра. Делай наклон вперед, тянись грудью к полу. Чувствуй, как работает внутренняя поверхность бедра. Приведение стопы. Садись на колени, ягодицы опусти на пятки, руки опусти на пол. И не забывай держать спину ровно. Вытяни одну ногу назад, согни ее в колени и обхвати рукой. Растягивая мышцы передней поверхности бедра, старайся прижать пятку к ягодице. Наклоны к одной ноге. Будь осторожна, выполняя это упражнение. Садись на пол и широко вытяни ноги. Согни правую ногу в колени и положи ее на бок. Тянись руками к стопе левой ноги. Плечи должны быть расслаблены. Оставайся в таком положении 15-30 секунд. Затем поменяй ногу. Полушпагат на спине. Ляг на спину и вытяни руки вдоль туловища. Согни одну ногу и, упираясь на нее, подними вторую. Держи ее руками и тяни к себе. Ни в коем случае не сгибай колено и не приподнимай бедра от пола. Это упражнение на заднюю поверхность бедра. В конце каждой тренировки пробуй сесть на шпагат, используя блоки, книги или подушки. С каждым днем ты сможешь садиться все глубже. Если ролик был полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также смотрите предыдущие ролики. Хорошего настроения, до скорого!